Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс. Мы продолжаем проходить дополнение к Fallout New Vegas. Honest Hearts. Итак, в прошлой серии мы побивали в очередном лагере туземцев. Мы поговорили с этим Джейсоном, или как его, блядь. Короче, воевать надо с этими белоногими. Воевать. Поскольку я уже сюда попал, и пока я не могу выбраться из долины, приходится помогать этим товарищам. Но я, в принципе, не против, потому что тут я далеко не пацифист. Я уже там положил 1500 людей только за прохождение этого сюжета. Вот. Поэтому хз. Не знаю, что там вообще. Скорпуха. Нормально вошло. Еще скорпуха. Еще вошло. Хорошая винтовка. Можно пока ей пользоваться, пока в принципе патронов на этой не тратить. Так, как туда? Гека. Зеленый гекко. Маловато я, конечно, патронов забарахлил. Убил. Хер там. Убил. Бац. Ты дерешься там с кем-то? Messy business. I am glad it's over. Она, в принципе, кастер, но... Я решил заняться им собственными руками. This place, it belongs to the father in the caves. We must not profane it with our touch. Слушай, а если я тебя трахну в этой пещере, как ты себя будешь чувствовать, а? It is a holy place, if we go any deeper. Ты дикарка, блядь, какие вообще устои? О чем ты? Не, ну я понимаю, в принципе, там у них есть какой-то свой кодекс, какие-то там свои определенные законы, которые лучше не нарушать, но все-таки. Фыркает, я не понимаю. А, это ты! Успокойся там уже. Господи. Я-то думал, тут что-то серьезное. Вот тут эти харкачи просто. Что это было, блядь? А, легко и непринужденно. When salt upon wounds took New Canaan, he ordered the white legs to salt the earth so nothing could grow again. What kind of... Гранаты, запись, вот это то, что мне нужно, заколки, радикс. Monster could do that. Чё в терминале? Для тех, кому интересно, я это в
включаю, я читать этого не буду. Ну, в принципе, почитаю во время монтажа. Вот, а сейчас просто не хочу тратить на это свое время. Тех, кому интересно, вот именно раскрыть сюжет, вот прошу. Стараюсь читать все, что нахожу. Микроядерные батареи. А все, я думаю, можно отсюда уходить, потому что записи мы взяли. Так ведь? Получается так. Надо было еще прокачать перк исследователя, но да ладно. Это ерунда полнейшая. Даже в какой-то определенной мере это читерство. Поэтому пока что его трогать не будем. Оно распространяется, по-моему, по карте всех дополнений. То есть, где бы мы ни были, где есть открытая карта, мы сможем свободно перемещаться. Что, блин? Да мне еще столько пилить? Ладно. Что-то пока как-то, знаете, пока не очень. То есть, сюжет не цепляет. Потому что, вот реально, я иду, собираю там рации, какие-то свои приколы. А зачем я это делаю? С какой целью? Если раньше у нас была серьезная цель, это отомстить вообще. Месть — это самая лучшая цель, которую можно придумать вообще в игре. Она оправдывает почти все, почти все поступки героя, даже самые идиотские и глупые, которые не подпадают вообще ни под что. Ты, блядь, живой или нет? Вроде нет. Не стоит. А вот здесь какой-то, ну знаете, вот пока что по геймплею я просто чувствую, вот иди туда, но иди то, принеси туда то. Вот. Между делом ты идешь и убиваешь. Какой особо... Daniel says that it is holy in the eyes of the Father. I hope someday you will see it as it was. Хорошо. Надеюсь, когда-нибудь я это пойму. Может быть. Нормально. Расстоянии с такой винтовки. Пфф. Она вообще рассчитывалась на средней дистанции, ну да ладно. Чё, кто там есть? Блин, печально только то, что рано или поздно, в любом случае, у меня закончатся патроны. А вот когда этот печальный день настанет, что я буду делать, я, честно говоря, не представляю. Так, давайте пройдемся сюда. И, собственно, зачем я вообще туда иду? Так, дополнительно, уничтожьте лагеря белоногих в Утёсе. Выкрадите военные тотемы. Уничтожьте лагерь. Ага, то есть я иду буквально тупо. Those tents down there. Что, that блядь? Is a White Leg war camp. White... Хорошо, я буду знать. Угу. Все. Вац. Вац, ну сработайте. Ну. Пожалуйста.
Это Гека. Это всего лишь Гека. Чего там в меня попасть стараешься? Ну уже. Ё-моё, как вы выдерживаете-то такие выстрелы? Господи Иисусе. Что тут еще есть? А, о, вот это вот. Ага, ну она ему накостыляла, хорошо. Ладно, ладно. Так, что тут мы все сделали? Нет, что-то мы тут должны еще сделать. А чё? Противоядие я у тебя, пожалуй, заберу. Ага. То есть мы пришли сюда просто за тотемом. Ок. Пошли дальше. Убиваем их, забираем тотем. Все вроде просто. Уничтожаем на корню. Убиваем их, забираем знамя. Все как в жизни. Все как раньше. Так-с. Давайте попробуем занять высоту какую-то. Угу, есть. Ох, блядь, ох, блядь. Смешно, блядь. Так. Ремонт. До 80, медицину до 70. Готово. Ну чё, пошли чекать. Тут у них тотема-то нету. А не, есть. Вы что, серьезно, что ли? Это все мне надо зачистить? Ладно, что, пошли. Тогда полномасштабно пройдемся по ихним, блядь, угодьям. Zion used to be a place of peace, you know. Daniel says that it is holy in the eyes of the Father. I hope someday you will see it as it was. Режем, убиваем. Все нормально. Место для мира, добра и счастья. Все понятно. Чё, далеко там еще и пиздячить? Придется по реке выйти. Ладно, пойдем по реке, чё. Гека.
нормально. Так а чё вы хотите, блядь? Я НКР выпиливал. Что мне тут какие-то дикари? НКР, Легион. Не, ну просто НКР пришлось выпилить. This is the only short path from the Narrows to Pine Creek. Хорошо. НКР пришлось выпилить, когда я сказал, что хочу независимый Вегас. Потому что, ну, блядь. Там тот генерал, он как-то... Ну, он не импонировал мне. Поэтому, чё, пришлось его заебашить. Такое бывает, знаете ли. Не сошлись мы... интересами. Вот. Гека... Еще один. Не, херня. Ну ладно, живи тогда. I have seen many strange plants in the valley. Plants that seem to hunger for human flesh. Where they come from, I do not know. Да это у нас их вырастили, не помню в каком там. В каком-то из убежищ. Вырастили эти блядские споровики, которые заражали и людей. А вон они бегают туда. Тебе как норм? Пожарный топор. Откуда у них у всех пожарные топоры? Я просто не понимаю. Так, я уже прошел мимо. Прекрати немедленно ходить мимо. Давайте заберем, что там надо. Там тотемы ж, по-моему, эти блядки нужно забирать. А у меня почти нету патронов. Бля. Не, ну у меня там еще бронебойнички остались, все-таки. Но все-таки. Блять. Капкан. Бывает. Так, по дороге, значит. Что там, типа, you can see me, блядь, или... Или чё? Судя по всему, невидимым себя почувствовал. Да ёб твою мать! Эти капканы, это пиздец какой-то, реально. I have seen many strange plants in the valley. Plants that seem... Гаечный ключ. Жестяная банка. Это все. Так. Что-то я теряюсь. А что мне нужно здесь найти? Задание. Обезвредьте ловушку на мосту. Какую ловушку? Какую из сотен? Может, просто все кап-
капканы пообезвреживать. Судя по всему, да. Чё дальше? Ага. Теперь нам нужна пещера этих блядских ягов, выпилить их там. Хорошо. Хорошо, что я уже там был. То есть я знаю, что они там есть. Берем бронебойные патроны. Ягуай. Even our strongest hunters could not hope to kill Какая so many. Какая ты, блядь, страшная, There must be a nest nearby. Займемся делом. I stand with you. Господи Иисусе, цикушка. Так. Давай, аж пижными патронами. Вперед. Бля, я уже хотел стрелять, ей-богу. Ага. Ага. То есть тут еще что-то взорвать надо, бля. Опасно. Тут, я думаю, не подходящее место. Придется спускаться вниз. Чё? Место установки взрывчатки. Хорошо. Одно нашел. Это вода? When salt upon wounds took New Canaan. He ordered the white legs to salt the earth so nothing could grow again. Ага. What kind of monster could do that? Не знаю вообще. Так. Может, там еще сверху надо поставить взрывчатку? Потому что цифры я не видел. Но да, я был прав. Киньте пещеру. Где детонатор? Ладно, уёбаем отсюда. Хорошо, что мы никого не встретили по пути. Ну как хорошо, я бы не против, в принципе, повоевать, но да ладно. Где тут выход-то? Ага. Так мне вот взяли и сказали. Тут, да. Похоже на то. Блять, кассадоры, 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 ёб их мать. Ого. Что-то я как-то засмотрелся на блядских кассадоров, и они меня, как бы они меня убили. Суки. Ага, то есть ты еще живая. Ну заебись вообще. Хотя, конечно, помощи очень много. Да ладно. Противоядие давайте херанем. Ну и стимулятором замажемся.
С этим разобрались, вроде как. Пункт назначения — пещера белой птицы. Угу. Ну, то есть это все-таки в лагерь скорбящих. Я думаю, это финал будет. Мы, в принципе, разобрались почти со всеми врагами местных племен. То есть и убили этих як, и позаботились о белоногих. Успокойся ты со своими растениями, ёпта. Я уже таких видел, и причем не один раз. Welcome back. Что ты сказал о курьере? Кого ты ждал вообще? Caesar would never admit this openly, but he knows that I'm alive. I've killed enough of his frumentarii and assassins that have come looking. I've heard one of them travels the Mojave as a courier. Most of Caesar's agents meet a fitting end in NCR territory, but maybe this one survived. Это ты обо мне все-таки. Цезарь мертв, это я знаю наверняка. I have to admit, it's hard to believe that even after all he did to me, all he tried to do to find and erase me from this world, he went first. No doubt this will be good for the Mojave. I can only hope Arizona and the tribes don't suffer as the Legion falls apart around them. Mm-hmm. А так Ланию уж пизда, по-моему, или нет? Короче, увидим. The Lord shall reveal all things in good. I am a new Canaanite. We believe we are the heirs of a spiritual tradition, given to our ancestors thousands of years ago. We have made and kept covenants with our Lord God to honor his laws. In exchange, we are promised eternal salvation after this life. A day will come when our Lord returns to judge us all. Until then, we must honor his laws and start others along the path of salvation if we can. That's why we trade with others and work the tribes. We have more than food and medicine to offer. Good news is our most valuable commodity. Хорошее дело. In a world filled with misery and uncertainty, it is a great comfort to know that, in the end, there is light in the darkness. Every day we move closer to our judgment. We must do our best to walk in the footsteps of our Lord and teach others how to do the same. For many of us, the road is a difficult one, but the path is always there for us to follow, no matter how many times we may fall. Mm-hmm. Не, ну мы знаем о том, что он падал все-таки. Даже и не в лапках. Ну давайте спросим. Every day. Some days are harder than others. До встречи. Я хочу твою броню для коллекции, Рилли. То есть вот именно без шлемака, то есть без повязок на лицо, просто вот руки в бинтах, так. Броник прикольный. Ну, типа, вообще. Хочу. Просто хочу. Так, и мне бы патроны купить, потому что, блять, патронов вообще на донышке. I'm glad to see you're still with us. How can I help you? Ну, короче, я все порешал, добыл карту. I appreciate it. Well, that's it. This is all we need. Now all that's left is to quietly pack up and try to get out of here without being noticed. That's assuming that Joshua won't try to stop me. And that he hasn't talked you into fighting the White Legs, despite what I've said. Don't worry, I don't hold it against you. You're an outsider. Fighting seems like the practical solution. I'll tell you again. There's more at stake. Нет пути назад. А какое бы решение вы не приняли, что скорбящие должны сражаться, или то, что... им нужно бежать, ваш выбор определит их судьбу. Если у вас остались дела после принятия этого решения,
Вы не сможете завершить их. Хорошо. Ребятушки, такое дело, что я думаю, что Джошуа прав. Мы должны сражаться с блядскими белоногими. И бежать я вам не позволю, потому что я буду идти в авангарде. No. Why? Why? Haven't you seen enough of what's going on here to see that the Sorrows don't need to butcher the White Legs for a piece of land? What Joshua wants is more than an attack. He wants a slaughter. And he needs more than you and the dead horses to do it. The Sorrows can't be pushed into this. You and Joshua don't have the right to force them into it. Please, consider what I'm saying. А я уже обдумал. I've already explained to them that we're leaving. They've accepted it. What is Joshua going to tell them about being a warrior? What are you going to tell them about how to live with themselves after they got lost in the moment, killed someone who didn't deserve to die? Or does that not matter? Is that just an acceptable consequence if it means holding on to this valley? Maybe there is no place left in this world for mercy. But even if it tramples me into the dust, I will never accept it. And I will never condone it. Joshua must be waiting for you. I'll stay here with the others as I told them I would. Хорошо. Я думаю, им действительно стоит сражаться, ну, потому что. Потому что, блядь, это ихняя родная земля. Вот, хотя бы так. А я бы за свою землю дрался. Да и дерусь, что тут. Что тут говорить-то? И дерусь все-таки. Быстрая перезарядка, да? А есть что-то новое? Не, ничего не... Блядь, исследователя бы... Давайте лучше исследователя. Готово. И сразу загрузка пошла. Окей. Thank you for this. I know Daniel doesn't approve, but destroying the White Legs is the only way to ensure the Sorrows can remain in Zion. You and I will lead a group of Dead Horse Warriors and Sorrows Hunters into Three Marys from this position. Uh-huh. Our objective is to find the White Legs' leader, Salt Upon Wounds, and prevent him from fleeing. Uh-huh. Show no quarter to the White Legs we come across. Make no mistake about why we are here. This uh-huh. is an extermination. Так сделаем это, хули. God be with you. Так, хорошо. При стрельбе из пистолетов 45-го калибра. Та, хуйня. Что ж, дорогие друзья, пожалуй, на этом я и закончу серию. В следующей уже будет битва. Я думаю, в следующей закончится это дополнение, потому что, ну, все к этому идет. Все, что мы должны были сделать, я думаю, мы уже сделали. Всем спасибо за просмотр. С вами был Марс. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И до новых видео. Всем пока.